Продовжуємо аналізувати політичні зміни, які відбулися сьогодні. Тепер з Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Як ви вважаєте, як відреагує Верховна Рада на результати цих виборів? Парламент взагалі може працювати чи не зможе? Ну, парламент взагалі не працював. Но я хочу начать с того, что вот этот результат, разгромный результат, это практически приговор и уходящему президенту, который за 5 лет не смог побороть войну, не смог побороть бедность. Это приговор парламенту, который занимался своими политическими амбициями и не принимал законы, которые нужны для людей. Это приговор правительству, которое поднимало тарифы и не создавало рабочие места, а тоже бегало по миру в поисках кредитов. То есть это приговор к всему сегодняшнему режиму, который так надоел людям, что разгромный результат явился закономерным итогом. 73 на 26 это разгром. На какие главные помилки не пробачили выборцы? Народ Украины не пробачил президенту Порошенко. Чему такой разгромный результат? Постоянные обманы в части войны, завершения войны. Коррупционные скандалы, когда наживались на войне. Постоянные подъемы тарифов, цен, которые люди просто не могли выдержать. И при этом личное обогащение. Вот колоссальная пропасть между словами и делами, что обещал, когда шел к власти, и что пришло, к чему привел. Вот это на самом деле явилось причиной, вот эта пропасть, такого недоверия к уходящему президенту. Що може змінитись і в Україні, і у парламенті у час між виборами сьогоднішнім днем і днем інавгурації? Я думаю, парламент також буде не працювати, як він не працював 5 років. А можливо, навпаки, там, згрупується, видасть якийсь там закон про урізання повноважень президента? Ну, на самом деле, то, що буде робити наша політична сила, ми будемо ініціювати зміну збирательного закону. Тому що мажоритарка в тому виді, в якому вона зараз була, це прямий путь політичної корупції, когда людей сначала довели до нищеты, а потом это не их вина, а их вынуждают продавать голоса. Это путь коррупции, и это, в общем-то, был один из основных причин, почему принимались такие драконовские антинародные бюджеты. Потому что собирали мажоритарщиков, давали им какие-то блага на свои округа, и те голосовали, обирая людей, которые им доверили представлять их в парламент. Поэтому это будет принято, я надеюсь, не в этом, так в следующем парламенте. Но то, что мы ждем все смены парламента, потому что у нас вообще-то парламентско-президентская республика, и парламент играет значительную роль в жизни страны, должен играть. То, что он просто превратился в придаток националистической партии войны, это то, что произошло за 5 лет, это беда, и беда для страны. Поэтому мы будем менять парламент. І парламент буде другий. Дивіться, до інавгурації пройде, напевно, місяць, так? Це буде там офіційне оголошення, підготовка до інавгурації, всі будуть перейматися зміною влади, хтось там перефарбовуватися, бігти до нової команди. У нас залишається це величезна... вже началось. Там вже там навіть по Фейсбуку видно, величезна фракція БПП залишається, да? Ну, парадокс, лідер програв вибори, але ж частка депутатів зараз у блоці Петра Порошенка. Але я не до того, я не до перефарбування, вони всі ці хитрі лиси, знаєте, вони всі все це зроблять і без наших з вами порад. Травень все ж таки, він непростий місяць у нас буде. На нього заплановано чергове підвищення ціни на газ. До нас їде чергова місія МВФ. Хтось буде про це думати. Що може змінитись у цьому контексті? Якщо може змінитись, то як воно має змінитись? Я думаю, що уходящее правительство, уходящая власть буде демонструвати лояльність к МВФ, тому що їм все одно вже. І будуть показувати, що от вони хороші для МВФ. А тот, хто буде проти повищення цін, вони ретрогради і популісти. А на самом деле абсолютно простая ситуация. Люди доведены до отчаяния. И то, что будем делать мы, я имею в виду нашу политическую силу и меня, мы будем отстаивать позицию, что мы не можем повышать цены на газ, мы наоборот должны их снизить. Особенно с учетом последних переговоров Российской Федерации и перехода на прямые контракты по закупкам газа. И в этом наш будет вклад в то, чтобы люди стали жить лучше. Они нам поверили. Вот мне, допустим, на Донбассе, где я победил в выборах в первом туре, люди говорили, что вот вам наказ, это мир, и сделайте жизнь людей лучше.
Поэтому это мы будем делать. До речі, я вам нагадаю, що зміна тарифів – це була вимога номер один серед опитувань українців, серед вимог до президента. Ну, цікаво, чи буде пам'ятати про це новообраний президент. Взагалі, ви вірите, що новий президент, пан Зеленський, зможе швидко взяти під контроль систему влади, швидко видавати якісь там рішення готові, чи це буде для нього непростий процес? Це буде дике сопротивлення, тому що ветки влади, які сьогодні сформовані, они привыкли, они присосались к бюджету, присосались к схемам. Они зарабатывают на всем, на войне, на зерне, на всем. И, конечно, будут сопротивляться. Но вот тот поток и народ, который сказал 73%, ведь очень многие голосовали не просто за нового президента, а против старого. Вот это смело старую власть, смело старый режим. И это является позитивным фактором, что у нас будет смена всех ветвей власти, потому что практически все они, говоря бытовым языком, замазаны в каких-то коррупционных схемах. Все они зарабатывают. И на этих выборах кредит недовіри отримав не лише президент Порошенко. Это все ветви власти. Это и правительство, и парламент, и уходящий президент, и там все, там Совет национальной безопасности, все вместе, вот им народ сказал, уходите. Уходите все. Дякую, зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», брав участь у нашій програмі.